Продолжатели дела Ильи Муромца и Добрыни Никитича собрались, чтобы помериться силой. В субботу в Иванове впервые за 10 лет прошли богатырские игры. В конкурсной программе 7 упражнений. Тяга Аполлон акселем, толчок гантели, погрузка снаряда на платформу, тяга автомобиля, эстафета и перенос тяжелого предмета на расстояние, так называемая прогулка фермера. По призовым местам в каждом упражнении начисляются очки. То есть вот 7 участников, поэтому занявший первое место в упражнении получает 7 очков. Очки суммируют. И по сумме очков определяется победитель. Если в первой дисциплине тяги Аполлон акселем принимали участие только мужчины, то начиная со второго этапа конкурсную площадку уступили представительницам прекрасного пола. Правда, 56-килограммовую гантель, которую толкали мужчины, заменили на снаряд весом в 16 килограммов. 13. Вот мне показалось, что на ГТО у парня золотой значок 13 раз. 14. Лишний раз доказать самой себе, что есть сила и самостоятельность какая-то. Сложно бывает, конечно, но спортивный дух помогает. Хочется сделать что-то, ну, каждый раз все больше и больше. Для тяжелоатлета не проблема, если на дороге заглох автомобиль. Мужчины на этом этапе должны максимально быстро переместить связку из целых 3 авто. Задача непростая, ведь общий вес автомобиля составляет около 4 тонн. Длина троса около 10 метров. На этом этапе, как нигде, важно работать на износ. Не сдаваться, идти к победе, превозмогая боль. Самым сложным все же были машины. Вот, очень сильно надо было выкладываться. Очень сильно уставали руки, очень быстро. Вот, 3 машины связки – это тяжело достаточно. Дмитрий Белов занимается железным спортом около 2 лет. На протяжении всех этапов конкурса уверенно шел в тройке лидеров. В борьбе за звание главного ивановского богатыря пришлось работать даже выше предела собственных возможностей. Планировалось 2 машины, тем более для первого раза неожиданно, что было 3. То есть здесь вся усталость в силе хвате. Канат оказался толстый, поэтому на средней дистанции отказывают руки и просто уже не соображает тело, что делать. Однако даже с травмированной рукой молодой человек смог вырвать победу из рук соперников. С результатом в 34 очка Дмитрий Белов стал чемпионом богатырских игр 2016. После такого зрелищного состязания с гордостью можно говорить, что Ивановская земля славится не только невестами, но и женихами, которые этих невест в обиду точно не дадут. Полина Панасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. 3, 2, 1.